Всем здравствуйте! В эти минуты не только Оренбург прощается с основателем группы и автором хитов «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым, но и вся страна. Известно, что именно мать композитора настояла на том, чтобы он был упокоен в родном городе. Глава Оренбурга поддержал инициативу родительницы, которая, по словам очевидцев, несколько часов никого не подпускала к телу сына. Сначала обращение поступило к депутату Елене Афанасовой. Оказалось, что она человек слова, всегда поможет. Именно она дала делу ход. Сергей Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске в Оренбургской области. В 16 лет будущий создатель культовой группы попытался поступить в музыкальную школу, однако из-за незнания нотной грамоты его не приняли. Спустя год он все же смог поступить на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, которое бросил через 7 месяцев. Ну а сейчас в зале Сергею Кузнецову установлены букеты белых роз. Все выглядит достаточно скромно. В зале звучат мелодии, которые сочинил композитор. Проводить его в последний путь пришли не только земляки, приехали поклонники из разных городов. Около композитора люди оставляют картины, портреты, фотографии в рамках. Деньги на прощание собирали друзья и коллеги музыканта. Сергей Кузнецов ушел из жизни через 4,5 месяца после ухода его близкого друга Юрия Шатунова. Ушел из жизни талантливый человек. Очень жаль, когда уходят такие творческие люди, как Юрий Шатунов или Сергей Кузнецов. Это уходит целый мир, пишут поклонники «Ласкового мая». Церемония прощания продлится до 15 часов. Светлая память и вечный покой человеку, который прожил скромную и плодотворную жизнь. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!